Доброго времени суток. До меня тут дошла новость, дошла она довольно-таки давно, и удивляет она меня по сей день. Сейчас я вам все подробно расскажу. Не знаю, как вы к этому отнесетесь. Скажете мне, я не знал, или побежал, или скажете мне, ну и что. В общем, в любом случае, давайте разбираться. Я тут узнал, что у XDAO будет public sale. Точнее, не то, что он будет, а то, что он есть. И сейчас собрано всего лишь 6 тысяч баксов. Минимум, который они хотят набрать, это двадцатка. Максимум 90. То есть, как вы понимаете, цифры какие-то очень и очень маленькие. Осталось всего 14 дней. И я вам скажу, что я заходил, по-моему, неделю назад. И то есть это уже продолжается, да, плюс-минус неделю. Но это я узнал неделю назад. Я думал, ё-моё, забыл записать видео. Сейчас мои подписчики не узнают и там все раскупят. Но прошла почти неделя и всего 7 тысяч. Меня это дико удивляет. Я почему не записывал видео? Потому что я сам не успевал это сделать. Но я вот занялся, сейчас займусь этим, но не понимаю, в чем проблема. Давайте обо всем по порядку. То есть здесь нам представлено, сколько хотят они, то есть хотят они по сейлу 90 тысяч. Нам показывают прайс, прайс просто минимальный, да. Видим, сколько они думают, что стоит их проект, кто у них в бейкерсах, компании расписаны. То есть все расписано, все здесь представлено. И есть даже ответы на вопросы. Все, которые вас только могут интересовать, там уже информации никакой нет. Но суть в чем? Мне кажется, боятся из-за зимы, да, из-за этой криптозимы, потому что другого объяснения у меня нет. Потому что про проект я рассказывал очень много. Рассказывал только хорошее. И это первое плохое, что я рассказываю о проекте. И это связано не с проектом, это связано, видимо, с боязнью людей. Видим, что депозит можно сделать двумя способами. Можно сделать стандартным, он идет в виде лотереи, то есть вам может повести на 50 баксов, а может на повести больше. И есть уже стопроцентное, когда вы уже точно знаете, что вы получите, еще и будет скидка. Для того, чтобы присоединиться, здесь нужно зарегистрироваться. Зарегистрация минимальная, нужно было вписать пароль два раза и почту. Все, на почту приходит уведомление, кликаем на него, переходим. Также подключаем кошелек, кошелек подключаем MetaMask. Сейчас прогрузится, не знаю, зачем я это делаю, но это, собственно, да, давай, подключайся. То есть все, кошелек у нас сейчас подключится, все наконец-то перейдет в сеть. Видим, что сеть у нас еще бинансовская. То есть комиссии будут не такие большие, да? То есть вот он пишет, что я не в той сети. Ну и, собственно, без разницы. Суть в том, что нужно еще пройти курс, но я не помню, что для кого-то была проблема проходить курс, тем более он такой элементарный. Я думаю, вы все проходили здесь курс. По крайней мере, я не раз с ним сталкивался. То есть здесь выбираем, я всегда выбираю права. Далее прикрепляем две фотографии. Можно, собственно, прикрепить телефон. С телефона сфотографировать, чтобы, если у вас нет фотографий, после этого как вы сделаете, нажимаете Next. И у вас следующий этап это селфи. То есть нужно будет покрутить головой, что вы реальный человек, что вы не просто взяли у кого-то права, пока он отвернулся, и сфотографировали их. Все, регистрация прошла, и вы можете уже, собственно, от минималочки к полтинник до максималочки заходить. Видите, все элементарно. Вот случайно не туда нажал. Все элементарно. Почему так происходит, я не понимаю. Про XDAO я уже рассказывал не раз, и рассказывать, что это за проект, я думаю, не имеет смысла. Это такое видео у меня, видеообращение с фразой, что вообще происходит, неужто так зима всех напугала? Я понимаю, конечно, что многие считают, что она будет продолжаться еще долго, пока у нас все не утихнет в мире. Кто-то считает, что скоро мы прям
полетим, но полетит, конечно, сначала биткоин, потом полетят альта, а потом уже только полетят вот такие монеты, как XDAO. Но нет, когда XDAO выйдет, он сразу полетит. В любом случае, потому что если проект топ, он в любом случае полетит. И это я вам говорю, собственно, сознанием рынка. Поэтому не бойтесь, тем более, когда можно закинуть всего там 50 баксов минималочку, то тут вообще бояться нечего. Поэтому переходите, еще раз все взвесьте. И я надеюсь, что вы сделаете правильный выбор, потому что когда вы получите токены, когда вы увидите иксы, вы будете приятно удивлены, что послушали меня. А если не сделаете, ну, сами потом будете расстраиваться. Так что надеюсь, что мое видео было интересным и полезным. Надеюсь, что вы сделаете какие-то выводы, сделайте их сами. Но прислушайтесь ко мне. На этом у меня все. Ссылки есть в описании. Всего доброго и до новых встреч.